Всем привет, друзья! С вами Аллариэль, и мы продолжаем изучение и прохождение The Elder Scrolls 3 Morrowind. Итак, что нас, собственно, ждет сегодня? Сегодня нас ждет, возможно, какой-то новый квест. Так, Хибаси, нет заданий для тебя. Поговори с агентом-ювелиром в Альдруне или с Большой Хелленд в Садрит Мора. Ох ты, блин. Вот это да. Вот это поворот. Ну что ж, ладно. Вам что-нибудь похоже? Окей. Раз не хотят, то куда мы отправимся? Мы отправимся, наверное. Говорите. Наверное, даже не знаю. Парам-парам-пам-пам. Куда нам отправиться? Так. Можно отправиться на выполнение задания на Нереварина. Мне там что-то все-таки надо было сделать вроде бы еще. Я, правда, не помню вообще, что именно. Так. Что ж мне все-таки нужно было? Тяжело. Овцы. Дом Хлалу, смерть Ла. Так, Лариус Варнер рассказывает маленькую историю. Что? Хочет о чем-то с нами поговорить. Давайте, наверное, отправимся к Лариусу, этому Варрафорд лунной бабочке. Это здесь? Да. Потому что хочет почирикать о чем-то, почему бы и нет. Так, давайте мне меч. Ой-ой-ой, стоять, мечик. Поехали. Бежим к нему. Ух ты, а там он какие-то две мирские руины. С этой графикой все так красиво, и вроде кажется, и даже бежать недалеко нужно. Форт Легиона Лунной Бабочки. Так, мне походу куда-то сюда. Так, я сомневаюсь. Тебе следует преподать урок хороших манер. Это тебе следует преподать. Нет, тогда мои слуги не для вас. Понятно. Так, а это что? С кем мне там надо было поговорить, стоять? Что? Лариус Вар. Во, Лариус Вар. Ты Лариус? Нет, ты не Лариус. Свободен ты. Мне нужен Лариус Вар. А Лариус Вар, насколько мне память не изменяет, находится на, по-моему, втором этаже где-то. Как ним? Ага, вот тут, по-моему, он где-то. Куда я положил? По-моему, я точно не помню. Может и нет. А, да, вот он просто одет. Я Лариус Варра, победитель Легиона из форта Лунной Бабочки. Мы надеялись на ваше появление. У меня есть для вас работа, если вам это интересно. Когда закончите свои дела, возвращайтесь, я посмотрю. Не нашлась ли? Ух ты, для тебя тот красивый подарок. Что это? А что за чудесный подарок от Императора? Понятия не имею. Думаю, это должно быть сюрприз. И как уже было сказано, я не знаю точно, где он. Но я могу найти его в любое время. Так что посмотрим, смогу ли я найти его позже, когда вы сделаете кое-какую работу. Когда закончишь свои дела, да, я это... Окей, работу, давай работу. Ты же прикалываешься, что ли, надо мной? Так, ясно. Ну а я что, не закончил свои дела, ё-моё? Ты меня звал, я, блин, припёрся. Чё тебе надо?
что у него есть чудесный подарок от императора. Он говорит, что, он, что это будет сюрпризом, но не знает, где она. Похоже, что у него есть для меня какая-то плата за то, что я заставлю злодеев уйти. Ага. Понятно. Так, а ты мне, может, что-то скажешь-то? То как-то, ну, странно. Блин. Некромантия, работа. Или что он хочет? Наверное, он, короче, хочет, чтобы я там пошел, завалил всех. Но я дело в том, что не уверен, можно ли это делать. Прыжочек. Так. А мне как минимум надо одеть все-таки такой кинжал. Сделать сейф. Ого, там отряд ходит. Так, escape, сохранить, новый сейв, 17. Так, и что тут у нас? Чужеземец, Моровинт, обучение. Угу, ну окей. Не, ничего не говоришь. А как насчет... уйти. Сколько ты можно доставать? Уходи. Так, ладно. Ого, там отряд, конечно, ходит. Что они как-то вообще там... Что вам нужно? Со мной недружелюбно. F5. Наши двери всегда открыты. Да, да ты что? И... так и чё? Мне что-то с ними сделать или не делать? Это непонятно. Ох ты ж, ё-моё. Тяжело. Ладно. А если я там... О, оскорбительно. На. Еще раз. Исчезни, да? А тут что? Давай еще раз. Чё-то. А вежливо, не? Оскорбительно еще под конец закину. Вы! Ща я вас всех на чеканя. Ого, оу. Неплохо так они мне вставили. Так. Что ж нам делать? Пожалуйста, смотрите. Чего надо? Можно... Так, стоять. Так, теперь одеваем это. Сюда. Тебя побили. Вау-вау-вау. Умри. Умри. Улетаем. Ах ты, блин, ну... Не дело, не дело. Так, надо по-другому как-то, чтобы они, короче, по одному подходили, засранцы. Расскажи своим друзьям об этом месте.
Так. Ага. Не тратьте мое время. Можно открыть так дверь. Вот так вот. Свободно. А вы чё? Особенное приглашение надо или как? Одеваем. Воу. Воу-воу-воу. Да ё-моё. Так. Да ё-моё. Улетел. А ну-ка выздоровим. Ай. На меня донесли, что это за мной охранники будут гоняться. Да, ох ты, ё-моё. Ой-ой-ой, там отряд бежит какой, а? Могу я что-нибудь сделать для вас? Да я пожалуйста, думаю, вы нет. Смотрите. Так, чё там у меня? Заряды есть? Есть. Эй, гайс. Так, одеть. Получай. Вот так-то. Это заберу. Это, ого. Неплохо. Так, что здесь? Вагон отмычек. Всегда открыты. Так. Могу. Так, за мной там он. Зачем идти? Бегут, короче, уже. Полным ходом. Мы попытаемся свалить. Точнее, не свалить, а. Сейчас пойдем к Хабасе и попробуем, чтоб она. Решила вопрос наш. Они мне обещали решать, да, такие траблы. Я забежал. Там, да. Помочь вашему горю в Балморе. Поговорите с Вальдрюни. Да вы шутите. А, ё-моё. В Альдруне. Где этот Альдрун-то находится? Вон там. Жесть, что ты мне обещала, что все порешаешь. Ты меня кинула. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Говорите. Так, короче, спрыгиваем. Так, и куда мне двигать-то? Ой-ой-ой. Вперед! Именно. Гильдия магов. Я не могу. Слишком много дел. Я понял уже. То, что у вас много дел, это понятно. Спросите у простолюдина. У меня мало времени. Куда там умеешь? Поэтому давай. Умеешь Вальдрун? Замечательно. Давай Вальдрун.
Так, как отсюда выйти-то? Ага. Выход в Альдрон. Так, а мне нужно... Можешь быстрее спрашивать, мне ой-ой-ой. Надо идти. Мне надо гильдия воров. Гильдия бойцов. Так. Ё-моё. Чёрт. Упс, совета. Может, мне сюда? Ого. 4000. Вот это да. А что-то забрали у меня? У меня, наверное, здесь теперь штрафы есть. А нет. Не, ну это не вариант, так я не хочу. Давайте quick save, вернемся. Так мне не нравится, блин. Что же делать-то, а? У меня нет времени для тебя, Аргунианин. Так. Лариус Варро, да? Маленькая история. Так, друзья мои, ну что, будем сейчас, значит, пытаться оскорбить их для того, чтобы выманить на бой, так сказать, и тем самым не теряя репутацию у охранников, потому что там мне там огромнейшая сумма выльется. Вот, и будем сейчас пробовать их на бой, так сказать, вытянуть. Это, конечно, процесс не быстрый, но и не особо прям долгий должен быть. Я думаю, получится, если помучиться немножко. Вот, но я не уверен, как скоро, правда, это будет. Так, а ну-ка, здесь монет не. Соточку, на. Замечательно. Ой, обучение, нафиг мне твое обучение. Оскорбление, на. Еще раз оскорбление. Держи 10 монеток. Оскорбили. Не хочешь? Ладно, держи 10 монет. Прям не угодишь ей. А соточку? О, соточку берет. И оскорбление сразу же. И... 10 монет, нет. Угроза. Оскорбление. 10 монеток, оп. Заправил. Оскорбление, на. Еще раз, не смеши мои тапки, да. Десятку, не. А вежливо тоже не. На тебе еще одно оскорбление, денег. О! Держи, раз оскорбить. Надеюсь, твой меч, конечно же, на. Скорее я тебя прикончу. Попробуй. Смеши мои тапочки. Я чувствую, что кто-то за мной наблюдает. Так. Дать 10 монет, не? А соточка? О, у нас еще и красноречие поднялось. Круто, оскорбили. Десюлька, не? А сотка тоже не? Ого. Оскорбительно, держи. Оскорбление, угроза. А 10 копеек, а соточка? О, сотка сработала. Что ж ты будешь делать с ними, а? Наск, ты не... Это угроза была.
Ну, я думаю, угроза, наверное, тоже подходит. 10. Оскорбление. Десюлька. И оскорбление в табло. Еще раз оскорбили. Ой, блин, не быстрый, конечно, процесс, но должен получиться рано или поздно. Я, правда, не уверен, насколько это поздно будет, но получится. Надо только делать и верить. Оскорбление раз, оскорбление два, ага, на оскорбление три. Не хочешь, десюлька? А соточка? О, сотку схавала. На оскорбление. Что такое прям? Уходи. Не смеши мои тапочки, да? Так, ладно, еще разочек. Десюлек. Оскорбиля. Еще раз. Умри. Опа. Так, и надо ее быстро. Получай. Хорош. Минус 3 сделали. Фух. Это очень круто. Что у них тут есть? Стрелы, всякое барахло. Так, давайте это, наверное, мы даже отдельным сейвом сделаем. Это какой? Давайте 18. 18 есть. Так, Расскажи своим друзьям об этом месте. А ты тоже? Не тратьте мое время. Я, кстати, не знаю насчет нее. Расскажи своим друзьям об этом месте. Так. Так, интересно, а кузнец наверху? Это у нас кто? Мараса Арен. Да, Мараса Арен была у нас. Вадузе тоже есть. Савор Трандел также есть. А вот, вот эта мадмуазель тоже? Не трать. Мадраль Тирит. Хрен ее знает, но по идее она тоже. А чему она учит? Ну, непонятно чем учит, окей, давайте тогда ее сейчас тоже пооскорбляем. Оскорбление. Да ты что? На еще раз. Десюльку сверху, оп. И оскорбление. Не, а угрожающе. Ладно, десюлька, не, ну соточка. О, соточка, да. Угроза и оскорбление вдобавок. Десюля, не. Засранка. Нифига себе, даже сотку не берет. Окей. Давай, на 10 копеек. А сотка, о, сотка прошла, отлично. Соточка, еще одна. На оскорбление, раз. На еще одна. Уходи, не подействовала, да, на не атак. Ну окей, на десюлю. Не хочет. Да что ж ты будешь с ней делать, а? Короче, сейчас я еще и на них потрачу кучу бабок. Но не на них, а на эту мадам. И скорее всего на кузнеца, который наверху стоит. О, у меня красноречие выросло. Огонь. О, даже сотку не хочет брать. 10. Норм. Оскорбил. 10, не? А соточка?
Другое ж дело совсем, и оскорбление в табло. Так. На. Выход. Опа. Ой. На. Вот так-то. Ух, круто. С ней тоже покончили успешно. Ого. Сколько отмечек. Ой, золотишко еще. Так, это все пускай валяется. Кстати, а с этих что-то я не помню. А, вот золото, да, есть такое. Я, правда, не знаю, можно его брать. Походу, можно. Замечательно. Так, остался у нас последний из магикан, да? Сколько у нас золота-то? 17 тысяч, как и было. Как вам, Балмара? Да ну так себе, в принципе, неплохо, но, чувак, мне тебя сейчас придется тут оскорблять. Оскорблять Таллин Велес. Ну, он у меня, собственно, тоже в плане. Это кузнец, потому что у него есть ремонт, а если... Ой-ой-ой. А если есть ремонт, это значит, что... Это значит, что он подходит под описание, так сказать. Оскорбление на... Не. А соточка? О, сотка. Сыграла. Опа. Ты будешь долго мучиться. Ого, ты самый мощный оказался, да? Хова, я. Я щитом. На, еще раз. Свободен. Еще и топор крутой себе заберу. Правда, ходить с ним не смогу. Так. Возврат, пожалуйста. Сюда выложим. Еще один. Что такое? Что такое? Что случилось? Что с топориком-то приключилось? А чё, не могу? Что-то, видать, у меня крайне тяжелое есть. Есть тюбики. Вес 40 килограмм. Ого. Нифига себе. Давайте я его куда-нибудь вот сюда поставлю. Вот так вот. Оп. Все. Теперь ходить могу, я надеюсь. Не, еще не могу. Ах ты ж, блин. Ладно, молоточки к бою. В надежде, что... Я надеялся, что они закончатся. Это было, видать, зря. Так. Полностью целый, а здесь... 2, 4, 12, 740. О, что-то покалеченное. И это тоже целое. И это целое. Окей, молоточки. Мда. Быстро, однако. Давай. А это что? Длинные клинки одноручные. Чё, можно было бы, может, и взять его, помахать, походить им. Так. Так. Надо что-то выложить. Что это? Лук кости игры с 1.35? А я кого-то черта хожу с этим? Непонятно. Странная штука.
но я дал жару. Так, ладно. Конечно, фейл. Кстати, у меня здесь в одной моей вот этой штуке имеется что приготовить. Оп. Отлично. Супер зелье на паралич. Что может быть вкусней? Бриллианты. Так, давайте что-то тяжеленькое найдем. Вот это точно тяжелое. Эх, засада. Так, крабовое мясо. Вот яйца. Яйца ж вообще не должны быть адски тяжелыми. Рис нет. Давай тяжелое мне сюда. Шкура. Создать. Замечательно. Изумрудики. Жемчуг не то. Едем вниз. Шкура еще. Раз, два. Так, давай еще что-то. Еще шкура. Нельзя. Засада. Раз, два. Кожа скампа. Раз. Корень. Раз, два. Шайничек тоже туда же. Скрабовое мясо можно читать. Болт. Могильная пыль, не. Муск. Мыло снова. Опа, стоять, я могу еще тут зажарить. Мясо крыса, ничего. Жаль. Сагончий тоже, ну а из молочка, о, хоть что-то. А вот с вот этой, о, могу перо сделать. Походу при падениях, если его схавывать, то будет самый персик. Перья наездничка, не. Стручочек. О, тем временем алхимия до 28 подросла. Чешуйка. Какую-то гадость на уменьшение привлекательности выпил. Точнее, не выпил, сварил. Я-то еще ничего не пью. Пишите имя. Да, ну как бы без имени. Да ё-моё, гляньте, вообще прям ничего не сделать. Не? А с этой гадостью-то тоже нет. Что ж ты будешь делать? Ну окей, если я единичка, так. Не? Нема такого. Ну и ладно. Так, что там у меня? Я все равно адски перегружен. Сюда. 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 Здесь ничего. Здесь мой супер-пупер щит. А сюда нужно выложить что-то. А что мне выложить, даже и не знаю. Постоянный эффект иллюзии 5 пунктов на себя. А что это за кольцо? У меня такое, что его раньше не помню. Странно. Так, вот башмаки. Надо их вообще выкинуть. О! А это я повыставляю вот сюда. 25 килограмм, да? Замечательно. Скинули 25. Еще скинул немного. 3 килограмма книги. Куда я книги решил складировать?
по-моему, в ту дальнюю. Черт. Хорошо, можно на пол их положить. Так, сюда княженцы. Оп. Княженцы я закинул. И хорошо. Кстати, боты. Боты сюда. Нет нужды мне носить и тягать с собой везде и всюду. Так, еще 2 килограммчика. Давайте соберемся. Можно что-то выпить. Что-нибудь тяжеленькое. Одну гадость. Что еще у меня есть такая? Та из такой же вкусняхи. Опа. Замечательно. Еще лучше. Телекинез. Интересно. А чё, телекинез вообще крутая штука, я могу. Хопа, и в комодик зашел, да? И украсть могу. Да, песня. Надо телекинез, чтоб у нас всегда был, наверное, с собой. Всё, более-менее норм. Вообще... Я бы хотел, чтобы у меня телекинез на постоянной основе был. Это было бы крайне круто. А что там у меня? Ага, барахлишко всякое нужно. Мотнуться куда, друзья мои? Правильно, в кальдеру, к скампу, чтобы это все дело... Я не могу, столкнуть. Слишком много дел. Так, вперед, вперед, вперед. Телекинез тем временем уже закончился. Как необходимо говорить именно со мной? Да не, на самом деле. У меня я всего такой пару бы вообще не говорил с тобой, поэтому... Учтите. Поэтому мы просто бежим, бежим, бежим в гильдию Гарраков. Вперед. Поместье, точнее, пардон. Привет. Так. Ну что ж, приступим. Топор скинули. Лук 1.25, а у меня есть лук костегрыз 1.35. Жесть. Цена 100, цена 400. Продать. Длинные клинки, стальной меч гадюк. Туда же. Скинем. Амулет. Что? Что значит ты такой не покупаешь? Гад, а? Ну а ботиночки, не? Ты меня расстраиваешь, Андрюшенька. Очень расстраиваешь. Не покупает он, гад такой, а? Зажрался ты, однако. Раньше брал. Может и не брал, конечно, не знаю. Не помню. О, продать. Всякую гадость продать. Тара-тара-та. Опа. Давай продам. Ну чё, вроде столкнул все, что было. Все, что было ненужное. Примерно. Так. Давайте возврат. Что у нас? Может, есть еще что забрать ему туда? Оттарабанить. Конечно, есть. Эбонитовый щит.
32, 32, 17, 34, 13. Да, давайте еще одну. Еще один рывок, да, устроим. Туда же, в кальдеру. О, акробатика сотка, максимум. Теперь я, в принципе, могу вообще не прыгать. Теперь есть смысл только ходить. Ходим, ходим, ходим. Назовите себя. Сюда. Путешествие опять же в кальдерку. Давайте поскорее с этим разберемся. Так необходимо говорить именно с собой. Так, кальдера. Но все равно, короче, мне хочется прыгать, потому что так будет... Целый день. Так будет гораздо быстрее просто в передвижении, и... И это подкупает. Говори. Говорю. Говори, говорю. Так. Топор продать. Стальной длинный клиночек на 20 килограмм веса. Туда же. Что еще? Все, вроде бы. Да, думаю, все. 450, 80. Замечательно. Продать прощание. Все, а наша задача куда теперь? Ой, не, не та. Возврат. Но эту штуку я с собой, думаю, тягать не буду. Пусть стоит у меня в доме. Ага, помню, теперь мне надо отправиться в форт лунной бабочки. Ну что ж, побежали. Вперед из песни, как говорится. Блин, ну бегаю я, конечно, очень медленно. А у меня тем временем какой уже уровень-то хоть? Уровень 20-й. Вор. Вот, да. Надо бы как-то заняться именно прокачкой. Атлетики. Ну, не атлетики, а... А, да, все верно, атлетика. Акробатика у меня сотка. И выше оно уже не качается. Так, мне на... Второй этаж надо. Где тут у вас спуск? Я забываю вечно. Ага, вон он. И, соответственно, там нужный мне товарищ. Не лезь в неприятности. Здравствуйте. И будешь цел. И я вижу, что все сделано. И что примечательно, никаких проблем с законом. Ты более прозорлив, чем я мог надеяться. Я так рад, что нашел этот красивый подарок императора. Возьми, похоже, что это кольцо очень красивое кольцо. Боюсь, на нем ничего не написано, но я скажу императору, что ты получил его. Уверен, что он будет доволен. И еще. На этот раз от меня прими эту особую книгу из моей библиотеки с выражением благодарности в награду за твою выдающуюся проницательность. Ну, спасибо. Че там? Угу. Окей, но я еще раз просто проверю. Опа. Беспечные путники. В последнее время многие беспечные путники были атакованы на дороге. Похоже, что около Хлаоу появился какой-то Нордлин, который занимается грабежом. Если вы вдруг найдете его, будьте осторожны. И, конечно, я буду вам очень благодарен, если вы сможете позаботиться об этой проблеме. Ага. Окей. Надеюсь, я хоть на тех работаю. То, может, меня тут в заблуждение вводят. Так, ну что? Нападение темного братства. Преступник Фиол, по всей видимости, это он, да? Да. Что ж, это радует. А где этот Хлаоут? А ну-ка, мир.
Балмор, Ахлаут это... Ага, вот оно. Так. Ну чё? Не то. Используем возврат. И в принципе... В принципе, я думаю, все. Можно еще куда там отправиться. Удовая книга. На-на-на. В районе Олбса, Вивики, я слышал разговор о том, что у одной женщины пропал муж. Женщину зовут Морани Уэллс. А, ясно. Это мы как-нибудь потом уже займемся. Так, но сейчас, куда мне сейчас-то направиться? Да я что-то как-то и не знаю. Ай, тарам-парам-пам-пам, а может мне стоит сбегать к товарищу Кайока Садесу? Может он что интересного скажет? Давайте посмотрим. Давай. Я правда не уверен, говори. Но вдруг... Ай, здравствуйте. Привет. Приятно познакомиться. Выздороветь можно у вас тут? Ты ё-моё. Я уж подумал, кто-то нападает. Кай. Распоряжение. Воу. Ты поговорил с Сулматулом и Небани Мессой. И как я понимаю, они сказали, что ты действительно можешь быть Нерварином. Это просто невообразимо. Но мне нужно привыкнуть к этой мысли. Позволь мне... Поговорить с Мехрой Мила, может быть, она знает, есть ли у жрецов-отступников какие-либо утраченные пророчества. Но пока я дам тебе очень сложное задание. Как ты думаешь, ты готов? И я пойду на все. Не будь слишком самоуверенным. Когда я соглашусь дать тебе задание, значит, ты готов. На всякий случай даю тебе 400 дрейков. Когда пойдешь на задание, удостоверься в том, что у тебя есть лечебные зелья, новая экипировка, что ты потренировался, и в общем ты должен иметь все, что считаешь нужным. И помни, если у тебя возникнут проблемы, отступи, отдохни и продолжай путь с новыми силами. Рисковать не стоит, думаю, бой будет тяжелым. Поехали. Вот твое задание, форт Пестрой Бабочки. Послал патруль в Гнар, мог обнаружить связь между ворами и шестым домом. Они нашли базу шестого дома, святыню шестого дома и жреца шестого дома Дагата Гарреса. Поговори с победителем Эраессой Пулей в форте Пестрой Бабочки. Она расскажет тебе о патруле и базе шестого дома. Твое задание состоит в следующем. Найти эту базу шестого дома, убить Дагата Гарреса и принести мне полный отчет по базе шестого дома. Ух ты, жесть. Форт Пестрой Бабочки в районе Редорана. Форт находится к югу от Альдруна, неподалеку от южных ворот. От южных ворот Альдруна, ага. Шестой дом. Доверенный шпион говорит, что существует секретный культ, связанный с некоторыми странными событиями, которые произошли не так давно. И что более важно, мой шпион думает, что эти беспорядки как-то связаны с пророчеством Нерварина. База шестого дома. Победитель Райса Пулия из форта Пестрой Бабочки говорит, что патруль нашел базу шестого дома в пещере, которую местные называют Илуниби. Но единственный патруль, вернувшийся обратно, умер от корпуса. Ох ты, блин, еще и корпус. Перед смертью патрульный доложил о бое с чудовищами и служителями культа и что-то о могущественном священнике шестого дома по имени Дагот Гаррес. Но сходи поговори с Райсой Пулей в форте Пестрой Бабочки, она владеет всеми подробностями. Так, давайте-ка мы... Наверное, еще так вот пройдемся. Может быть, я что пропустил. Эллен. Эллен – это разведчик, которую можно обычно найти в трактире Арила в Сейданине. Ты знаешь, где это ты прибыл в Сейданин на корабле. Ага. Это понятно.
Орта Лунной, Пестрые Учителя Клинков. Тьермлин. Целитель Тьермлин живет через два дома к югу вниз по лестнице. Суран Леориан. Магесса Суран Леориан сейчас находится в Кальдере, в городе к северу отсюда. Ее дом из дерева и камня расположен между северными воротами и залом правительства. Воин Ритлин живет через два дома на юг вверх по лестнице. Зачем он мне это рассказывает? Лошадиная пасть. Мастер оружия Лошадиная пасть живет в хижине пастуха Агура в какой-то глуши на западе от Кальдеры. Мне довелось быть там только один раз, и точных указаний я дать не могу. Попробуй найти его, если есть желание побродить по лесам и полям. Так. С этим... О, кстати, насчет убийцы. А я-то ж... Что-то это... Как этот дом-то назывался, где я был? Поместье Хлаала, по-моему, да. А ну, сбегаю-ка я в него. Быть может, там... Можно сдать какой-то квест или сообщить, что... Как все прошло-то. Это Нерана. Гильдия Марактонг. За которую когда-то я поигрывал. А, вон, я пробежал, блин. Заперто. Негодно это. Прыжочек. И попали мы куда нужно. Мадам. Поговори с Неланой в зале совета Хлаалу. Кажется, она предлагала за это награду. Ага. О как. Надо будет сбегать, посмотреть. Быть может, и правда мне еще и награду какую дадут. Хорошо, ладно, в общем, с этим понятно, улетаем на базу. Так. То я, в общем, пока бежал, уже забыл, что хотел. Джей. Ага, все, я вспомнил. Мне нужно в Пестр... О, Пестр, боже мой. А в форт Пестрой Бабочки отправиться. Но я думаю, мы отправимся в форт Пестрой Бабочки немного позже. Так как я думаю, там... Нас ждет крайне серьезные такие приключения. Вот. А пока я отправился в Альдрун, друзья мои. Все для того, чтобы получить новый эквипмент или новое, да, снаряжение. Потому что я знаю, что здесь, в одной комнатке, вот в этой, хранятся доспехи. И доспехи непростые. А доспехи адски, блин, крутые. Так, стопе. F5. Значит, слишком тяжелым. Не должно оно выглядеть для нас слишком тяжелым. Давай. Блин. Ну это подстава, если... Вообще не полу... О! Уже взлом не удался. Это меня радует. Хорошо. Не-не-не.
Вот эти. Давай, давай. Если не удался, то значит... То значит, рано или поздно удастся. И должно все получиться. Блин, отмычка иссякла. Можно, конечно, взять вот такую. И зайти вообще так. По-серьезному. Опа! Ну, блин, да. Тут, конечно, чувствуется сразу скилл. Но это, да, слишком сложно. Неудивительно, все-таки сотка. Оу, yeah! Это обалденно просто. Стеклянная броня, друзья мои. Одеть. Штаны стеклянные. То же самое, но у меня уже есть стеклянные штаны. Ботиночки, но, увы, раса моя не носит такого. Но зато я могу теперь зеленый шлемик одеть, да? Вот такой забавный. Что это мне, собственно, дает? Защита 90 по сравнению с тем, что... Ну, давайте на примере этого. Кираса. Было 54, стало, блин, 90. Разница просто космос. Так, не будем тратить суперские отмычки. Возьмем обычные. Замечательно. Флинт заберу. Но еще и навык секиры поднял. А, думаю, что за беда. Так, это открыли. Что в сундучке? Ничего интересного. Здесь, собственно, тоже. Но этот сундук не так просто взять. Давайте выздоровим. В принципе, все. Миссию мы здесь выполнили. Улетаем на базу. Броня. Да, которую не могу носить. Выложу. 17 тысяч. Жесть. Ставить можно здесь. Сколько у меня золотишка-то? 20 тысяч. Можно было бы что-то взять и попытаться продать. А я могу такое носить? Не, не могу. Ого, оно весит. Много. Ладно, пускай валяется здесь. Я сбегаю в очередной раз в кальдеру. Мне тут надо бы все-таки немножечко распродаться. О, в кальдере наш скампик ждет нас в гости. О, еще и можно просто здесь к торговце забежать, нашей старой подруге. Попродавать ей все, что можно. Так. Держи это, туфли, колечко. Простой амулетик. Что еще можно продать ей? Шляпу эту можно, почему бы и нет. Так. Все. Больше ничего не надо, я надеюсь. Кирасу то я сбегаю, продам сейчас тому парню в кальдере. И получу за это аж целую 1000. Мое терпение не безгранично. Да, вот мое тоже, поэтому, пожалуйста, отойдите. А мы бежим дальше. Мы бежим, бежим, бежим. Сейчас в поместье Агараков. Путешествие. Кальдера. У меня всего пара минут. Хорошо, хоть есть пара минут уже. Сэр. Уже плюс. О, тут охрана. Так. Говори, что нужно. Мне нужен ваш вот этот паренек. И стоять назад. Текс.
Ничего. Все. Стальная стрела. Угу. Ну, норм. Я думаю, норм. 1000. Это неплохо. Может, Макс, нет? Понятно. Ну так, чисто попробовал. Вдруг повезет. Но не тут там было. Давайте так. Благодарю. Улетаю. Улетаю. Здесь понятно. Двигаем. И отправляемся в Сейданин. Сейданин. И оттуда форт Пестрой Бабочки. Вперед, вперед, вперед. Опа. Сейданин, пожалуйста. Куда? Ох, тут и погодка, космос. Это вообще обалденно. Так, а мне куда? Мне, по-моему, вот сюда нужно. В канцелярию. Здравствуйте. Воу. Береговой имперский форт на западе давно был захвачен бессмертной ордой Грурна. Грурна, который просто вышел из океана и истребил местный гарнизон. Бывшие были вынуждены оставить в руках неприятеля щит Аковира. Сейчас я ищу командира, который возглавит миссию для возвращения этой реликвии. Ты готов пойти на это? И я могу взять на себя командование. Отлично, возвращайся на пристань. Там ты встретишь свою команду. Поговори с капитаном корабля о поездке в форт Огненной Бабочки. Да пребудут с тобой святые и наше благословение. Да ты шутишь. Это куда мне? Сюда, что ли? У меня всего пара минут. Нет, стоять, явно не сюда. Привет. Обучение учишь чему-то? Ага, сейчас. Так, а вот этот? Понятно. Так, Сейданин. Что? У меня мало времени. Так, и куда мне? Это мне сюда или нет? Форт Огненной Бабочки. Ай, не-не-не, пока не готов. Я думаю, что на этом моменте, друзья мои, мы с вами остановимся, так как не совсем понятно, да? Блин, ясно. Как бы не совсем понятно, что еще от нас там будет требоваться. Вот, поэтому мы остановимся на этой замечательной ноте. Ох ты, блин. Осталось только зависнуть. Что, походу, и произошло. Ай, блин. Ё-моё. Может, у меня левитейшн есть? Я могу с ним поговорить, попробовать. Не могу. Черт. О, я смог спрыгнуть. Опа. Четенько перепрыгнул. Так, ну что ж, друзья мои. Там ящик, что ли, в воздухе висит? Да. Я думаю, на этой замечательной ноте мы с вами остановимся. Всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте видео лайки. Встретимся с вами совсем скоро уже в следующей серии. Ну а на сегодня все. Всем пока, друзья.